Агентство по регулированию медицинской деятельности находится в клинике имени Дива Халсихи, сообщает менеджер клиники МЗИ Кокошвили. По ее словам, представители агентства изучают качество оказания медицинской помощи в клинике. Агентство по регулированию медицинской деятельности вошла в клинику Ахалцихи после того, как медсестра после вакцинации скончалась. Дело о смерти медсестры расследует МВД. Начато расследование по статье 116 Уголовного кодекса, которая предусматривает убийство по неосторожности. Почему у молодой медсестры в форме 100 не упоминалось и не было записано конверсии те же судороги? Это может быть одним из вопросов, на который ответит заключение агентства. Тем временем менеджер клиники МЗИ Кокошвили говорит нам, информация не записана подробно. Хотя в диагнозе указываются недиагностированные конверсии. Одной из причин ухудшения состояния молодой медсестры называется тромбоэмболия легочной артерии. Информация указана в форме 100.